Круто звучит. Почему машины звучат по-разному, когда едут? Лаборатория Hot Wheels знает ответ. Звук скорости. О, звук машинки, несущейся по трассе. Вы знаете, что звук – один из видов энергии. Речь о вибрациях. Эти вибрации зависят от скорости. Проверим, а? Да! Отлично! У меня кое-что есть, все за мной. Итак, я ставлю зуммер на крыше машинки. Я приделал к ней крошечный микрофон. В конце трассы также стоит микрофон. Оба микрофона подключены к осциллографу. Он показывает звуковые волны. Мы их увидим. Ну а что же мы услышим? Попробуем. Готовы? Старт! Неплохо. Что зафиксировал микрофон на трассе? Здорово! Да, это эффект Доплера. Думаете, что мы услышим тоже с микрофона на крыше? Наверное, да. Проверим. Звучит по-другому, да? Да! Почему? Я не знаю. Я объясню. Звук создает волны энергии. Если двигаться вместе со звуком, он не будет меняться. Но если волна движется к вам, звук меняется с удалением волн. В направлении, в котором вы движетесь, они сжимаются. За вами растягиваются. Это называется эффект Доплера. Значит, в звуке есть волны? Да, я их не вижу. Ну, обычно звук проходит через воздух, и его не видно. Но звук проходит через все. Через жидкость и твердые тела. Я покажу. Посмотрим, мы увидим, как звук проходит через эту жидкость. Высокие тона создают мелкие волны. Низкие тона – большие волны. Круто! Ты это видел? Это здорово! А как вам это? Все виды звука. Но мы знаем, что лучший звук у гоночной машины. Да!